Всем привет, с вами Настя! И сегодня мы с вами поиграем в игру в Roblox, которая называется «Как высоко я смогу сделать данк?». Кто не знает, что такое данк, это когда в баскетболе можешь с руки закинуть мяч в кольцо. У нас в руке есть такой чудесный баскетбольный мяч, мы можем нажать, чтобы капать. Написано «нажмите, чтобы капать». Но на самом деле у нас будет добавляться плюс одна мощность с каждым нашим ударом. Еще мы можем вот эти вот взрывы собирать, взрывы вот эти, как эмоти взрывы реально. Это означает то, что у нас с вами мощность добавляется все больше. Вот смотрите, плюс один добавляется с красных. А плюс полторы даже, плюс 2,5 с фиолетовой, и синий у нас добавляется плюс 3,5. Вот так вот мы, короче, набиваем себе мощность, набиваем, он у нас уже там 72, 73, отлично. И вот сейчас мы с вами сделаем данк, вот так вот мы встаем возле кольца, подпрыгиваем и забиваем рукой прямо в кольцо. Мы с вами сделали данк. И вот так вот можно себе зарабатывать выигрыши, на самом деле очень быстро они зарабатываются. Если мы с вами прокачаем мощность, то мы будем все выше и выше и выше допрыгивать, и все дальше и дальше, все более мощное кольцо делать свой данк, то есть забрасывать мяч. А пока что нам нужно увеличить нашу мощность для того, чтобы мы смогли потом покупать себе еще питомцев, делать перерождение. У нас есть следующий обруч, 295 мощности нужно, и мы открыли второй. Второй это фиолетовый, 50 студов. Давайте сейчас вам покажу. Так, оп, и забрасываем. Давайте еще раз. Оп, и забрасываем. И зарабатываем просто отличные выигрыши. У нас с вами здесь есть улучшение. У нас есть яйца с питомцами, земля, 125 выигрышей. Как это прекрасно. О, земной сундук, давайте земной сундук откроем. О, класс, заработали мощность. Есть улучшение, мощность. Мы улучшаем мощность, насколько я понимаю. И нам плюс 250 добавляют. Давайте мы один раз можем улучшить. А у вас недостаточно побед, у меня еще недостаточно. Кто-то купил множитель, кто-то купил множитель. У нас сейчас с вами очень много зарабатывается мощности, потому что кто-то купил, видимо, улучшение. О, я даже победы могу собирать. Выигрыши точнее. Мы сейчас очень быстро сможем развиться таким образом. Спасибо большое этому человеку, кто это сделал. Так, все собираем, все собираем, все собираем. О, три сразу, посмотрите, 4, 5. Сколько их тут много рядышком находится. Просто круто день. Все бегают, все собирают, все ходят рядышком. Да, ребят, я вас понимаю. О, все пропало. Можем еще немножко накладывать, у нас 70% есть. Чтобы следующий обруч открыть, нужно 627 мощи. Ну, мы уже близко, давайте вот так вот. Оп, синее кольцо забиваем. Нифига, хорошо. 129, у нас же хватает, да, там 125 стоит. Отлично, мы идем покупать наше первое яйцо, земля 1 называется. Я так понимаю, в каждом мире свое яйцо будет. Е открыть. Кошка необычная еще. Просто класс. Я люблю кошек, и я люблю необычных кошек. Как совпало, питомцы. О, экипировать лучших. Она дает мне множитель 1.12. Множитель для мощности, если что. То есть теперь я получаю больше мощности за один удар. Я разблокировала новое кольцо. Класс. Теперь у нас не синее, а голубое. У нас как радуга пошло, посмотрите. Опа. Еще данк сделала. Еще данк. Мы можем улучшение сделать. Давайте сделаем улучшение. Следующее 100-490. Мы так себе мощность больше делаем. Все. О, реально, у меня мощность прокачалась. За один удар теперь 2,8. Офигеть! Просто класс! Мы, кстати, очень быстро зарабатываем теперь себе выигрыши, потому что у нас кольцо уже помощнее, как бы. Студы повыше, 100 студов. То есть я получаю намного больше выигрышей, поэтому это просто прекрасно. Мы так сможем намного быстрее вообще зарабатывать себе выигрыши. Ну, короче, развиваться. Мы сможем себе так быстрее покупать питомцев. Возможно, даже перерождение сможем делать. А фиг его знает на самом деле. О, мы почти открыли у нас следующий обруч. Вообще прекрасно. Я хочу его открыть. Давай чуть-чуть оставим. Чуть-чуть осталось. Во, разблокировано новое кольцо. Нам теперь больше дает даже с этих взрывов, с вот этой мощности, которая тут разбросана по полу. Нам с нее даже, по-моему, больше теперь дает. Да, реально больше. Так, давайте теперь прыгаем, прыгаем. Данк! Мне нужен данк! Опа! Зелененький! Вы видели, сколько я заработала? Вы видели, сколько я заработала? Да я практически 50 зарабатываю с одного удара в кольцо. С одного данка 50 выигрышей. Это просто, это чума какая-то. Нам нужен еще один питомец. Я хочу еще одного питомца. Давайте, давайте. Не теряем время, нажимаем, нажимаем, клацаем, собираем, делаем все возможное. А, мы можем улучшение, кстати, наверное, купить. Ну, давайте сначала купим себе питомца. Кролик редкий, у меня редкий питомец попался. Господи, как прекрасно. Так, хорошо, экипировали лучших. Сколько стоит у нас улучшение дальше? 490. Вот теперь мы мощности намного больше получаем с одного удара. И таким образом мы сможем намного быстрее себе прокачивать к следующим кольцам, и намного быстрее получать себе выигрыши из-за того, что у нас кольца будут помощнее. И из-за этого мы намного быстрее сможем себя прокачать. Вот, разблокировано новое кольцо. Наконец-то, наконец-то попрыгали!
гл... Ой, желтая. Нифига себе, я теперь получаю выигрыш из одного кольца. 100, да? Я 100 получаю? Да, реально, смотрите. Просто обалдеть! Невероятно! Вот это я теперь мощная, Я могу даже в полете нажимать на мячик. Вы смотрите, я даже так мощно зарабатываю в полете. Так, у меня выигрыш уже дофига. Я могу сейчас себя прокачать. Сейчас я, в принципе, это и сделаю, на самом деле. У нас есть улучшение, мы можем сейчас прокачаться в улучшениях. Давайте прокачаем улучшение себе. Мы можем себе еще одного питомца купить на всякий случай. Давайте купим. У меня не показано, кто у меня. Кошка, еще одна кошка. Серьезно, кого? Так, давайте мы сейчас возьмем код. Вот, тут есть коды Big Dunk. За него я получаю 1000 побед. Заходим в магазин, тут есть коды. Вводим код Big Dunk. Погасить. И мы получаем 1000 выигрышей и 1000 мощности. Вот так вот. Тут есть код, который называется Bibob. Мы нажимаем погасить, и мы получаем эксклюзивного питомца. Вот так вот, легендарный, счастливый бот. Какой хороший. Я надеюсь, он мне много будет давать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Следующий код. Есть код 25 хундо. Мы получаем за него 2 золотых яйца. 2 золотых яйца. Необычный голден шарк. Обалдеть, золотая акула. Если что, должно было быть 2 питомца. Давайте еще один код вводим. Сашини. Мы получаем за него 3 золотых яйца, в принципе. Голден спайс дрейк. Обалдеть, золотой дракон. Легендарный. И последний код, который мы можем ввести, он называется триплэк. И мы за него получаем тоже 3 золотых яйца. А вот, такая яйца тут сработала. Обычный, легендарный, мифический. Золотой гос, золотая коза, золотой скелли. Что за скелли? Это Пикачу, похоже на Пикачу. Какие классные. Ребят, это просто пушка, это просто бомба. Давайте питомцы экипировать лучших. Вау. Сколько мы теперь зарабатываем с этого удара? 59. Ребята, собираем коронки, собираем победы. Хотя какой смысл? Я намного больше смогу заработать, если я буду данки делать. Капец, я очень много мощности коплю. Я сейчас могу себе уже питомцев получше покупать, как бы, да? Обалдеть, я сейчас новое кольцо открою. 15 тысяч мне надо на следующее кольцо. Я до него дойду. Теперь нам надо подпрыгнуть. Я хочу посмотреть, какое у нас кольцо есть. Было желтое, теперь красное, мы оранжевое пропустили. Офигеть, я заработала. Смотрите, я 1000 выигрышей получаю с одного прыжка. 1000 выигрышей. Обновление, точно, мы можем обновляться. Я забыла про то, что мы можем обновляться. У меня же дофига теперь выигрышей. Так, давайте заходим в улучшение. Покупаем за 3,43. За 24 я могу купить, у меня нет 24 победы. Блин, а жалко. Теперь я 99, практически сотка с этого удара мощности я получаю. Просто класс, просто обалденно. Так, мы подпрыгиваем, нам нужно заработать выигрыши 25 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, это примерно 25 прыжков, поэтому, ну, как бы ничего страшного, правильно. Разблокировано новое кольцо. Еще одно? Еще одно новое? Розовое. А розовое это что у нас? Розовое это что у нас? О, я даже не вижу, Если я не ошибаюсь, 250 мощности. Да, 250. Ребята, я очень быстро смогу накопить на 25 тысяч коронок. Я уже близко, я уже скоро. Я сейчас тут буду самым большим победителем. О, я уже набрала нужное количество. Разблокировала новое кольцо. Обалдеть, конечно, я вот это быстрая, реально. Улучшаюсь, не по дням, а не по часам. Спасибо большое создателям этой игры за то, что они коды оставили в описании. Потому что это просто такая священная штука, нереально. 24 тысячи, мы прокачиваем следующий 168 тысяч, который последний. Последний, 168 тысяч. Так, а что мы можем? Давайте, блин, я не думаю, что земля будет классная. Прям очень много она нам будет, питомец, давать. Множитель. Рыба, обычная рыба. Рыба дает 1,22, но это мало, у меня все по двоечке дают, поэтому это все прекрасно. О, новое кольцо уже, серьезно? А что я так быстро это делаю? 248 мощности за один удар, 248! Почему так много? Как это так? Еще одно кольцо новое разблокировало. Почему я так быстро это делаю? Так, сейчас я еще пособираю. А вот почему. Потому что я собираю вот тут вот мощность, которая валяется. И плюс еще сама делаю удары об пол этим мячиком. Еще одно новое кольцо разблокировано. Ну, я сегодня баскетболист. Ну, я сегодня в ударе. Ну, просто обалдеть. Сколько же я сейчас смогу заработать себе выигрыш с одного данка? Я просто не представляю. Обалдеть, зеленый! 1150 студов. Сколько я заработала? Ух. 20 тысяч выигрышей! 20 тысяч с одного данка! Чё, блин? Обалдеть! Это же нереально, ребята! Это прям очень много! Это прям очень много! Я сейчас смогу себе 125 тысяч как раз заработать и могу их потратить на последнее улучшение. Чё, блин, снова кольцо новое разблокировало. Следующее будет через 50 тысяч, но 50 тысяч для меня это изи. Я сейчас быстренько наберу. Давайте, я всего лишь улучшу сейчас. Улучшу. А, 168 надо. Мне чуть-чуть не хватает. Ладно, я сейчас смогу. Я думала, 125 надо. Прыгаем.
прыгаем, 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 прыгаем. Желтая. Сколько это уже студов? Сколько это студов, мне интересно? 500 студов? Почему мне казалось, что 1150 было? Следующее обновление доступно. Вот что она написала. Улучшение, улучшение доступно, улучшение доступно. Сейчас еще земной сундук станет доступен. 168 тысяч я купила. 622 мощности за один удар. Ребята, это просто нереально. Разблокировано новое кольцо. Уже? Уже? Настолько быстро я улучшаюсь? Настолько быстро я себе мощность добавляю? Я просто в шоке, если честно. Я нереально в шоке. Когда я смогу миллион зарабатывать с одного удара? Вот это мне интересно. Прикиньте, реально, миллион с одного удара. Это просто жесть. Я бы была в полнейшем шоке, если бы такое вообще можно было бы. Если бы такое было возможно. Все, разблокировано новое кольцо. Еще одно. Капец, я тут хожу, просто собираю. Кольца не использую так, как надо. Вот смотрите, сколько фиолетовых и синий. Тут уже есть фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Обычные мощности, обычные взрывы. Красота вообще. 300 тысяч. Я сейчас снова еще одно кольцо открою себе. Еще одно. Еще одно кольцо. Это будет у нас уже где-то 600 студов, мне кажется. Да я скоро до 1000 дойду, я вам отвечаю. Очень быстро дойду. У меня мяч светится. Обалдеть просто. Я хочу делать данки. Поехали. А у нас, кстати, новое кольцо открылось. Сколько? 600 студов, как я и говорил. Новый уровень. Облака. Кого? Серьезно? Я думала, новый мир нужен, чтобы туда попасть. Чего? Я просто в шоке. Облачный сундук, давай. Я в шоке, ребята. Это невероятно много. Господи, еще кто-то улучшение купил. Или из-за чего произошло это улучшение? Я в шоке. Я серьезно, я в шоке. Я не думала, что я настолько смогу улучшиться, что я на облака попаду. Я просто очень классно продвигаюсь. Мне очень нравится. Я эти данки делаю так мастерски, так много зарабатываю. Смотрите, у меня мощности 600 тысяч. 600 тысяч мощности. Так, надо вот эти вот выигрыши тоже позарабатывать. Как бы, почему нет? По 1000 зарабатываю с одного. Чудесно, просто чудесно. Тут можно походить, тоже пособирать. Капец, они за карту даже вышли. За карту выходят. Сколько тут всего? Я не могу, я прям сосредоточенно все собираю. Прям все собираю. Все, все закончилось. Халява закончилась. Мы идем с вами сразу в улучшение. 1 170 000. Хорошо. Это первая мощность столько стоит. Ух, это будет жестко. А я надеюсь, что я здесь смогу намного больше себе выигрышей как бы зарабатывать, да? 325 тысяч стоит облака один. Ну, мне не хватает, еще мне не хватает. Я скоро до миллиона дойду, я скоро до миллиона дойду. Я очень хочу до миллиона дойти. Прыжок! Ух, нифига себе, 800 студов. Выигрыши, я зарабатываю миллион! Миллион за один данк! Миллион, ребята! Миллион! Миллион! Че вообще? Я настолько в шоке! Я нереально в шоке! Улучшение, улучшение. 1 017 000 покупаем. 8 миллионов. У меня есть 8 миллионов? Нет, у меня нет 8 миллионов. Сейчас у меня будет уже 8 миллионов. Ну, я так, знаете, это для меня, ну, как бы изи. Просто тут немножечко попрыгать. Да, сколько это раз мне получается надо попрыгать? Ну, где-то 2 раза прыгнуть. Я смогу себе следующее улучшение сразу же купить. Да, это легко, легко, легко. 800 студов. 800 студов. Я зарабатываю по ляму, ребята. Даже, по-моему, по 1,5 ляма. Я нереально в шоке. Я просто нереально в шоке. Вот это у меня данки мощные. Следующее обновление теперь доступно. Вот оно мне пишет. Я сейчас наконец-то прокачаю себе мощность. Мне надо только улучшение еще прокачать, чтобы я мощность намного быстрее смогла себе получить. Давайте 8 миллионов тратим. Следующее будет 50 миллионов. Ну ладно, 50 миллионов можно заработать. Нам главное мощность как бы заработать. Разблокировано новое кольцо. Просто чудесно. Просто восхитительно. Наконец-то я набила себе миллион. Мы можем попытаться купить себе, наверное, питомца. Давайте сразу облака 2 за 2,9 миллионов. Давайте открываем. Легендарный морозный дракон. Сколько он дает? Я очень надеюсь, что он много будет давать. 1,64 дает, но все равно у меня и так экипированы лучше, поэтому как бы можно было и не тратиться. Я поняла, больше я не буду здесь на питомца тратиться, потому что мне легендарный попался, и он так мало мне приплюсовывает, как бы такой маленький множитель. Поэтому у меня, ребята, тут намного лучше есть. Мы дотерпим, пожалуй, до верхушки. Что там дальше будет, я не знаю, там облака закрываются, реально облако. О, тихо-тихо-тихо, сейчас новое кольцо откроется, сейчас новое кольцо откроется, сейчас новое кольцо. Есть. Так, а мы продолжаем нажимать и делать данки. Давайте делаем данки. Сколько я заработала с одного прыжка, теперь с одного данка? 4 миллиона? Что? Как будто бы я 4 миллиона зарабатываю. 3 миллиона. 3 миллиона я точно зарабатываю. Прикиньте, 3 миллиона с одного данка. 3 миллиона с одного данка. Да что это такое? Это ж вообще, это прям нереально. Это прям очень много. Мне надо 50 миллионов заработать для того, чтобы мы смогли купить себе еще одно улучшение. Пока что мне не писало, что улучшение доступно. Потому что оно пока что недоступно. Прикиньте, тут можно вот 450 корон себе купить. 450 тысяч выигрышей, да? А я с одного, блин, данка зарабатываю 4 ляма. 4 ляма с одного данка. Прокачалась так, прокачалась.
прокачалась. О, практически 50 миллионов. Сейчас мы еще себе улучшим. Я наконец-то буду где-то, наверное, 5000 с одного удара мощности получать. Еще улучшение недоступно. Мы качаемся на улучшение. Давай. Еще до сих пор недоступно. Серьезно, сколько надо? 57 миллионов? Следующее обновление теперь доступно. Ладно, за 57 миллионов третье покупаем. Есть следующие 100 миллионов. Нормально, да, я вас понимаю. В принципе, я вас понимаю. Так, собираем тут пока что то, что можем. Почему они так мало спавнятся? Хочется спуститься, знаете, чтобы тут весь пол ними был усеян. Не надо было вот так вот шевелить мышкой и шевелить клавишами и прям точно на них заходить. Капец, я уже нормально так прокачалась. Скажите, мне кажется, это заслуживает лайка, ребята. Это заслуживает вашего лайка. Попрыгали, много кольца. Сколько мы сейчас будем зарабатывать? У меня 2 миллиона есть. 10 лямов? Простите, что? 10 лямов? 10 лямов? Или я чего-то не понимаю? 1000 стадов, 10 лямов, 10 лямов. Как это произошло? Как? Я не понимаю, как? Капец, это у нас 1000 стадов, всего лишь 1000 стадов. Офигеть, я настолько в шоке, что я прям преисполнилась в своем шоке. Зато так мы сейчас очень быстро наберем выигрыши и сделаем себе еще одно следующее улучшение. Это просто прекрасно. Можно вот так вот прыгать постоянно, зарабатывать себе выигрыши, а потом пока не высветится у тебя надпись, что улучшение следующее доступно, потом можно просто уйти, улучшиться. И у меня будет еще больше мощности. Просто чикарно, чикарно. 100 миллионов тратим на четвертое улучшение, следующее 600 миллионов. Вот это больно, если честно. Мне 600к осталось, а не 600 миллионов. Разблокировано новое кольцо. Вот оно что, вы понимаете, я так намного быстрее могу разблокировать новое кольцо. Мне главное вот тут все собирать, пока у меня есть это улучшение. Пока оно тут идет, все ребята тут тусуются. Шикарно просто. Ребят, собираем все, что можем, все, что можем. Прокачиваемся. Так очень легко прокачаться на самом деле. Так, главное голубые собирать, фиолетовые собирать. Все надо. О, еще одно кольцо разблокировало. Просто чудесно, просто чудесно. Так, выигрыши тоже собираем. На всякий случай. Все закончилось, закончилось. Закончилось, обидно. Так мало по времени было. У меня 22 миллиона надо заработать, чтобы следующее кольцо открылось. А у меня пока что 1200 студов. 1200 студов. Сколько? Скики, скики. 30 лямов. 30 лямов за один данк. 30 лямов за один данк. Вы сумасшедшие, что ли? Да каким это образом? Это мне надо 60 лямов, прикиньте, насобирать для того, чтобы сделать еще одно последнее улучшение, чтобы я смогла перепрыгнуть. Да, прыгнуть. Ой, там еще далеко, блин, там реально еще далеко. Там, наверное, 2000 студов где-то, чтобы добраться до следующего мира. Я только наполовину подлетаю. Но я бы хотела очень сильно постараться. Я бы очень сильно хотела постараться попасть. Да. Видимо, не судьба, там еще очень много. У меня только 275 миллионов. Не, ну это трендец. Все, ребят, уходим, уходим, уходим. Прыгаем сюда. Давайте собирать нашу мощность, потому что мне надо новое кольцо. Я понимаю, что я 30 лямов зарабатываю с этими выигрышами, но, блин, мне надо еще больше. Мне надо просто новое кольцо. Очень надо новое кольцо. Давайте еще улучшение. Купите кто-то улучшение. О, новое кольцо разблокировано. Вот это я понимаю. Наконец-то. Реально очень топ, что тут можно мощность собирать еще дополнительную. Так намного быстрее можно улучшиться. Вот так вот у меня тут проценты. Смотрите, как летят. Летят, 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 летят. Я тут практически все собрала. Чего они так медленно появляются? Фиолетовый, синий, фиолетовый, синий, фиолетовый, синий, фиолетовый, синий. Фиолетовый, синий. У меня 27 миллионов. 27 миллионов. Отлично, мне надо 33,5 миллиона. У меня 1300 судов. 3300 судов. Вы представляете, сколько это много? Это нереально много, ребята. Это нереально много просто. Сколько я миллиона зарабатываю с одного удара? О, 50 миллионов. 50 миллионов с одного данка. Нормально так. 50 миллионов с одного данка. А чеп и нет. А чеп и нет. Чудесно вообще. Хорошо, так у нас продвижение идет. О, доступно новое обновление. Просто супер. Так, облачный сундук еще недоступен. Мы покупаем последнее улучшение, которое нам дает множитель на 250%. Еще один. Я теперь 60к получаю с одного удара. Прикиньте, 60к мощности с одного удара. А плюс у меня еще есть вот эти вот мои взрывы, которые я тут собираю. Я сейчас буду улучшаться со скоростью света просто. И наконец-то я смогу допрыгнуть. Наконец-то у меня сейчас новые кольца открываются. Я очень быстро прокачиваюсь. Сейчас я пособираю все вот эти вот мощности. А после этого, наконец-то, возможно, возможно, залечу на Луну. Я очень сильно надеюсь. Я хочу залететь на Луну. Зачем мне эти облака? Хотя я уже выше, чем все остальные ребята, которые там внизу как бы остались, правильно? Я считаю, что я очень быстро прокачалась. Я нереально зарабатываю. Так, сейчас еще одно кольцо откроется. Еще одно. Это будет, наверное, 1400 студов, да? Или 1500. 1500 студов где-то у меня будет сейчас, когда это кольцо откроется. Нам надо немножечко насобирать. Чуть-чуть. Все, еще одно кольцо открылось. Чудесно. Мы можем тут еще немножечко пособирать. И сейчас пойти уже прыгать. Посмотрим, сколько у нас выигрышей будет зарабатываться за один данк. Вперед. Так, у нас, да, 1500 судов. Я была права. Вперед, прыгай, Настюшка. Что ты такая ленивая жопа? Я почти до Луны допрыгиваю. Я почти до Луны допрыгиваю. Ребят, смотрите. Там 3 или 4 вверху еще. 3 или 4. Мне надо открыть эти кольца. Мне надо открыть эти кольца. Мне очень надо открыть эти кольца, ребят. Давайте я пособираю еще вот эти вот взрывы, потому что я хочу по
попасть на Луну. Кто не хочет попасть на Луну, у меня вопрос. Человечество еще очень долго не сможет попасть на Луну, потому что это сложно. Ладно, возможно, не сложно. Человечество уже было на Луне, правда? Я нет. А вы были на Луне? У нас 69%, блин, проценты очень медленно продвигаются. Очень сложно открывать новые кольца. Очень долго на них зарабатывать надо. Оно очень туго как-то зарабатывается, реально. Разблокировано новое кольцо. Ура! 60 тысяч ему недостаточно с одного удара, вы представляете? 60 тысяч с одного удара баскетбольным мячом ему недостаточно. Оно медленно продвигается, оно медленно зарабатывается. Я просто в шоке, как так может быть? Так, я разблокировала два новых кольца, получается, прошлое. И сейчас еще разблокировалось еще одно. То есть сейчас, по сути, я должна прям очень высоко уже прыгать. Возможно, даже до конца. Это у нас 1700 студов будет где-то, правильно? 1700 студов, господи, у меня там последнее кольцо еще, последнее, последнее. Нужно кольцо открыть для того, чтобы попасть. Ребят, последнее кольцо, да ладно. Улучшение пошло, у нас пошло улучшение на сервере. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Я сейчас смогу на изи накопить на еще один обруч. Наконец-то. И я смогу попасть на самую верхушку в следующий уже мир, насколько я понимаю. Давайте, главное это все собирать. Главное все собирать. Вы посмотрите, сколько тут. Посмотрите, сколько мощности валяется. Мощностей. Давай, 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 давай. Серьезно, все закончилось. У меня 83% только. Есть, у нас разблокировано еще одно кольцо. Но следующее требует еще 224 миллиона. 224 миллиона, это ничего себе. Это 70 миллионов мне еще копить. Это очень много, ребята, я вам скажу. Поэтому давайте сейчас попробуем запрыгнуть. Я надеюсь, что меня выпульнет в новый мир, в другой мир. Пожалуйста, пожалуйста, прыжок. Давай, данк, данк, мощный данк, мощный данк. Новый пространство. Меня сюда запульнули. У меня 2 миллиарда выигрышей. 2 миллиарда. Если вы хотите вторую часть по этой игре, обязательно набирайте под этим видео 10 тысяч пальчиков вверх, и я сразу же ее выпущу. Не забудьте оставлять свои комментарии, подписываться на канал, потому что я знаю, что большинство из вас не подписаны. Поэтому обязательно, пожалуйста, оформите свою подписочку, чтобы не пропускать новых видеороликов. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.